Уважаемые сотрудники Министерства внутренних дел Республики Ингушетия, когда спокоен наш сон и безопасны улицы, мы знаем, что вы стоите на страже нашего покоя. Ваша работа так же важна, как работа врача, учителя. И сегодня, в это сложное время, нам хочется сказать от души вам спасибо за терпение, за труд, за то, что вы охраняете наш покой. Удачи вам, здоровья, добра, мира и милосердия.